Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Новинка, я сегодня смотрю только эмоция гимн отряда. Ну, я так посмотрел видосик вступительный, когда я вот загрузился в Fortnite. На пиратскую тему такой сделан, как бы. Ну, так, чем-то прикольно. Идут в барабан. Не барабан, ну, типа он такой минимальный барабан, да, там дубасит. Поют песенку. Так, как она будет выглядеть в магазине, не знаю. Давайте посмотрим. А, ну, в принципе, нормально. Ну, конечно, в видосе она прикольнее выглядела намного. Так, эмоции для группы «Пойте вместе с другими игроками», которые используют эмоции гимн отряда. Ну, довольно-таки долгая песенка такая. Так, ладненько, поехали дальше. Мрак. Прикольненький скинчик. Вот этот рюкзачок его. Такой. Ребра и спинного мозга. Ой, не мозга, это позвоночник. Довольно-таки классно, да, выглядит. Позвоночник с ребрами такой голографический. Призрачный хребет называется. Сам он так мрак. Ну, скинчик такой, ничего, нормальный. Обертка, ну не знаю, лучше сказать, куда он все вылезает, тут странно. Ну, обертка с анимацией, ну, не знаю, вроде так ничего даже, как бы хотел сказать средний, но так посмотрелся, вроде ничего. Нормально. Так, наконец-то катер опять подражается, все нормально. Так, разведчица Galaxy вернулась в магазин, уже, кстати, не первый раз возвращается. В принципе, ну что, скин, что, прикольный. Кирочки классные. Тем более именно набором и отдельно. В набор входит плитоплан, кирки, рюкзак и сама разведчица. Также можно все по отдельности купить. Так, ну все равно, тем не менее, чтобы комплект собрать полностью, обертку придется купить. Она в набор, к сожалению, не входит. Не знаю, обертчик такая нормальная. Хотя некоторые говорят, что не очень. Как-то она пиксельная, не очень качественная. По мне так нормально сделано. Так, что у нас тут еще? Мартина вернулась в магазин. А, да, это Берди, да, появлялась. Ну, Берди единственное, что без рюкзака. Она просто скинчик, да? Ну, вот, Мартина, она... сама по себе. Еще плюс рюкзак у нее. Есть теннисная ракетка с мячом. Так, что у нас тут еще? Серферша. Ну, так, скинчик такой. Ну, средненький, сказал бы. Не сказал бы, потому что он вау такой крутой. Рюкзак вообще какой-то непонятный. Так, угроза выброса. А, это на новый оберточек появилась. Ну, простенькая такая, ну... Ну, конечно, на некоторых оружиях смотрится не очень. Допустим, здесь вообще уже как-то непонятное. Тут тоже что-то вообще, какие-то просто полоски остались. На катере, ну... тоже как-то непонятно все это. Вот самое, ну, на... на Скаре, на дробовике, на ППшке. Ну и снайперки. Самое нормальное выглядит. Ножка, опа, ножка, и нож и вилка, ну вилка-нож, там можно менять как бы местоположение, в руке там держать там реально нож-вилка, либо вилка-нож, как вам удобнее. Прикольная кирочка за 500. Так, электрический ток. Ну, сделали подобие на оранжевое настроение, только такое более энергичное. Идеальная защита за 200. Так, сейчас появился комплект шкафчиков Fresh. Довольно-таки прикольно сделано. В принципе, не будем смотреть его. Так рассматривали вчера. Чужой еще набор в магазине. Flash еще не знаю, когда он вообще исчезнет. Ну, в принципе, и все. Вот и весь магазин. Больше ничего тут интересного нету. Так, ладненько, поддерживаем тогда тык автора. Ну, а так, спасибо за просмотр. Ставим лайки, оставляем комментарии. Обязательно подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровыми, счастливыми. Все, всем пока-пока.